Всех приветствую, здравствуйте. Наш следующий урок, мы идем вперед. Где-то мы закончили здесь. Вот так закончили и вот так перешли. Текст сейчас обсудим, сейчас я его вспомню. Поднимаемся наверх. Руками можно упереться, так чуть надо прогнуться. Опорные точки, вот у меня каблук, попа, затылок. Я через вот отсюда себя тяну и вверх. Внимательно к шее, осторожненько, сильно там не напрягайтесь. И отсюда будет либо стандартная ловушка один, либо я буду делать ноги широко. Выбирайте, как вам интересно. Что там позвольте по тексту, да? Просто не было. Так, я короче не помню слова. Сейчас мы обсудим. Медленно наверх, достаточно медленно. По-моему, дым. Дальше. Та нога, которая дальше от экрана. Сгибается. Верхняя прямая. И рука так входит, смотри. Я посмотрю. Угу. Так, чтобы было веселее и попроще, давайте попробуем музычку. А то я не помню слова. Все, я поняла. Это фальш. Угу. Так, я тихонечко включаю, накидываю песню на три движения. Через внутреннюю часть, внутреннюю, внешнюю. И так, по вашим ощущениям. Ага. Но прошу, будет вот так, чик. Типа эмбриончик, но прошу. Вот такой кусок, закрепляем и забираем. На музыку покажу, будет легче. Давайте накидаем. Прогиб вот сюда, локоточки, вот такая поза.
ровненько складывайтесь. Бум. Перевертон. Сколько нужно, столько лежи. Вверх. Себе. Красивенько. По спине рука. Согнуть. Переложить. Достать. И типа задуматься. Хорошо? Дальше будем вставать на новую фразу. Ты дышь. Сначала ножки по мере своей растяжки. Как получается, так и делаем. Ножки и голова. Ножки и голова. Все, на припев я уже там отдельно с вами позанимаюсь. Это отдельный урок. Собираем музончик и учим. Продолжайте учить, а я буду готовить вам уроки дальше. У нас с вами впереди припев. Осталось чуть-чуть, и готов танец. До встречи!